Ребят, привет-привет! Hello, everybody! Hello, my dear friends from around the world! Сегодня я немножко решила поэкспериментировать. У меня здесь паста из пудры разных остатков мелков. И у меня кусочек барсучка. Вот этим мы сегодня будем хрустеть. И запиваю я кофе по-французски. У меня сегодня первый раз эксперимент. Но так как глины пока еще и нет у меня, я тут немножко. Извините, ребят, немножко посолю, потому что очень прям же высох. Даже колоться никак не хочет. Вообще никак. Это нереально вкусно. Просто бомбически. Тут в основном пудра у меня из песчанки, в основном. Но тут еще и титан маленькими кусочками. Вкус. It's amazing. So tasty, so tasty. У нас до сих пор жара, не уходит никуда. Сегодня градусов 36, наверное, было. Очень душно, очень большая влажность. Ужас.
С другой стороны, зимой здесь безумно холодно. Помещения не отапливаются. Все здания построены в один кирпич. Это просто нереально. Тут вечером, когда температура, ну, падает в зимой, бывает и до 7 градусов ночью. Представьте, что это в квартире. Это вообще просто холод собачий. Что, будем таких шапки-ушанки, валенки. Никогда не мечтала, как здесь, о шапке-ушанке и валенках. Барсук жирненький. Жирненький, вкусненький. Два дня не снимала видео, столько работы было. Начинала в 8 утра и заканчивала, наверное, часов 9 вечера. Еле доползала. Еще приготовь, уберись, детей накорми. Конечно, все-таки сухие мелки, они более, вот когда вот в каше такое, да, это, скажем, прикольно совместно с сухим мелочком. Ну вот, но тут только вкус бетона, а вот тут вот разные, и бумажный, и какой-то вот озоновый там, ну то есть разный. А здесь остается только бетон. Ну вот вкус сырости бетонной, побелки. И, соответственно, нет никакого хруста, залипает. Но после вкуса очень вкусно. Вот если совмещать это два в одном, это очень вкусно. Это нереально вкусно, но очень сытно. Прям вот сухие мелки можно есть хоть целый день.
Ну, никакого ощущения сытости нет. Кстати, они очень классно абсорбируют, очень классно. У меня как только, допустим, изжога поднимается, буквально маленький кусочек, все проходит моментально. Вот. Если, допустим, что-то съел не то, вот какие-то чувствуешь дискомфорт в организме, прям кусочек откусил, и все отлично. Ну вот. Сухие мелки можно съесть прям много. Нахрустеть, наесться, а жирненьких нет. Прям. Вы, пожалуйста, оставьте комментарии под этим видео, что бы вы хотели, чтобы я рассказала о себе. Так как настроить пока ноутбук не могу никак, не получается там настройки, что-то не хочет делать никакой лайв, то я могу сделать такое видео, небольшое, как говорится, вопрос-ответ. Будет, я думаю, интересно. Спрашивайте, не стесняйтесь. У меня нету нервных каких-то. На любые вопросы я реагирую нормально. Видите, какой марки. Прям очень марки. Вот я и наелась. Всем огромное спасибо за просмотры. Спрашивайте. Буду ожидать. Всем пока-пока. Бай-бай.